В Екатеринбурге посредь бела дня на Уралмашевском перекрестке бакинских комиссаров Кировградская бухой, ну, судя по походке, бухой, пилот черного подорожника атаковал в корму стоячий британский бездорожник Land Rover Freelander 2. Предыстория такая. Оба болида друг за другом катились по бакинских комиссаров в сторону Белой башни. На перекрестке с Кировградской загорелся красный, и ехавший первым английский холодильник встал. Для двигавшегося за ним пилота черного подорожника это оказалось неожиданностью. Он вдавил среднюю педальку, оставил на асфальте тормозной след под цвет своего болида, но скорость была, видимо, до неприличия приличной. Дистанции не хватило, черный подорожник влетел в британский Land Rover и откинул бездорожник метров на 5 вперед. И это при том, что масса пустого второго фрилендера 1,8 тонны. И посмотрите увечья, насколько разной степени тяжести получили ТСы. Виновнику замеса расхлестало харю до неузнаваемости, а британскому холодильнику чутка наджабило бампер, не более того. Пилот черной легковушки в красном белье с короткими штанишками и черными рукавами, пошатываясь, подошел к оппоненту, осмотрел увечья на корме, ну, видимо, успокоился, что обошлось без жертв и разрушений, и побрел в ближайший магаз верный, возможно, за добавкой пойла. Ну, а что не пить-то, если уже пьяный? Уже попал на права и бабки. Ну и вообще, картина маслом и вином. Приплыли. Хотя, кто знает, кто нюхал. Может, он и не бухой вовсе, может, от удара и шока так пошатывался.